Так, ну можно посмотреть на него. Чего он там кинул на Апита? Уж не помню. Вот этот, что ли, не укачнулся. Пеленон. Ну ладно. У нас денег нет. Лишних. Так, пока, Агук, давай. Фес, это у нас кто? Шарик. Шарик с мерзким видом. Или Сауры, чем он там. Ролики, ролики. Так, а где молодой козлик? В начале, что ли, был? Так, ну ладно. Будем бить. Раздает. Так, их тут три запасных. Фали не хочу, да? Вот кто мяч-то у нас понесет. Кто мяч-то носить будет? Вот в чем вопрос. Там тоже клавсень есть, бля. Блять, ну чё вот это ж... Ляск вот этот слушать весь матч. Неужто баг звуковой? Шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух, блядь. Че там, шибко качанных убирают? Чтоб ТВ не раздували. Нулячек ставят, инвалидов. Так, раз, два, три, четыре, пять. Похоже на байт, да? Все-таки удосужился встать поширше. Квикснэп, интересно, будет? Опа, чё? Опа, чё, бля? Так, ладно.
тем не менее. Встаем сикось-накось. Так, сикось-накось. Сикось-накось. Так, ну давай ты сюда. Так, кик-то у него есть. Непонятно, да? Раз, два, три, четыре. Ага. Значит, надо нам вставать сюда. Лица бы вот только не словить, вот чё, бля. Оба двое получают. Чё получают? Да, пробой, блядь. Да, не до пробой. Вот такой, вот и вот такой. Вот такой не до пробой. Опа, нахуй! Опа, нахуй! Так. Так, ну тут грозить, наверное, будут. Скорее всего. Так, ну, подбирать, наверное, я попробую, ладно. Тут, конечно, сейчас побегут крыски. Больше, чем уверен. Угрожать на мяч за счет. Так, ну раз дали лирол, надо юзать. Так. Ну, вроде ничего стоим. Тут либо в этого, либо... Ладно. Кажется, упражнение закончил. Что-то его действительно не стали лечить. Странно, конечно. Немножечко. Ой. Аптеку он потратил? А, вон чего. А он у него просто так все быстро было.
Так, это нам не страшно. Тут, скорее всего, маг будет. Так, ну чё, шарик? Шарик, шарик. Так, покатался. Их ты, блин. Я бы здесь бы не стал бить, но ладно. Там у него позиция была хорошая. Жадничает он так, ну ладно. Так, тут надо будет вставать. Ибо... Так. Здесь встаем. Бери-бери-бери, неприятненько, да, тут? Тут, понятно, надо ворваться. Да. Так, допустим, я ебашу блиц сюда. Так, подождите-ка. Блять, тут мешает пройти. Ладно. Да, могут у нас тут сюрпризы возникнуть. Кое-какие. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, добегаешь сюда, да? Так, значит, делаем что? Нет, вот так вот встаешь. Или вот так. Давай вот так, ладно. Блять, ну тут все плохо. Прям вообще, блять. Маг сейчас будет, скорее всего. Так, допустим, этого я подержу. Здесь вот так вот. Здесь маг, допустим, валит осла и забегают снизу. Да,
как я и говорил. С заносом, правда, проблемно. Но здесь я ничего другое придумать не мог. Можно было, конечно, мяч отдать этому. Агильному. Возможно, стоило, да. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, линеечку там еще, бля, прислони. Нахуй. Так, и чё, и пас? Да, пас. Вопрос, буду ли я юзать мага, вот чё. Блять, шарик своих не бьет. Так, 6-6-6-6, да, бля. Неожиданно. Блять, ну это уже какая-то наглость. Выкол, блядь, ебаный. Пошел нахуй. Так. Так, теперь думаем. Либо фаер в троих, либо ладно, давайте фаербол. Так, хорошо. Фаер сделал. Пас тебе, допустим, да?
Да ладно. Следуем. Так, ну скинули мы 3-2. Серию, блядь, 3-2. Так, и теперь. 1, 2, 3, 4, 5. Так, чтоб мне подобрать, допустим. И пас сделать. Кому, блядь? Так, ладно. Побежали. Эх, бля, ладно, не получилось. Не умеем мы в грязь. Это, конечно, заставит его занести. Если подберет, конечно. Ой, уж не знает, блядь, куда. Блядь, без блока-то. Ну, блицуешь, блядь, козла. Ну, чего делаешь, блядь? Блицуешь козла, блядь. Вот, смотри, подсказывает. Блицуешь козла, потом уходишь сюда. Здесь бьешь 2 куба. Потом подбираешь крыс и заносишь. Все нахуй. Блядь, сука, голову ломает. Ебаный урод, блядь. Да, бля, послушай его стрим, нахуй. Послушай, блядь, умного человека. Так, 2-2-6 все устраивает. Возможно, сталит еще будет ход. Это, конечно, не точно, но возможно. Есть такое предположение. Достали тут.
Так, а вот это уже хуже. Это уже похуже выглядит. Так, сюда, короче. Там я уже ничего не сделаю. Просто еще подойдем поближе. Лучше так, наверное, да. Так лучше. Так слабоватенько, ну ладно. Да, могут побить еще. Опа. Так, лапсу еще могут побить. Так, ладно, промахнулись. Так, ну, фес все как бы. У нас, правда, минус силовой. Па-ба-бам. Так, все-таки убрали, да? Это плохо. Так, тут.
Так, гономофобия. Она, понимаешь, такая, блядь. C'est comme ça que tu crois pour prévenir un homme. Un bon coup de poing sur le dos et ça coupe l'envie de chicoter. Так, прыгающая хуйня есть какая-нибудь? Нет, прыгающей хуйни не наблюдается. Так. Говорится, хочешь? Беги. А у нее есть пры... А, нет, это прыгающий, прыгающий, да. Прыгающий подкат. Что-то кишка, бля. Так, ладно. О, о, как. Интересно. Подкат повесили, а дальше что? А он еще и не добежал. Решил сдохнуть, блядь, да? О, как, блядь.
Так, ну здесь встаем. У нас там Адар образуется. Так, здесь у нас чего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если есть возможность. Забежать вперед. Ты забегай, да. Так, ладно. Слишком много свободных, блин. А, ну да. Тогда ты сюда. Ты тогда сюда. Тогда бьем не кишкодера, а вот эту тушку. Свать будем вон того кишкодера, который типа спрятался. Годится. Рафик не виноват. Так, ну все, как... Рафик не виновен. На кого-то это, конечно, хорошо. Агила, да, на шторме. Какие ассисты ты жирные. Ты смотри-ка. Ошалеть. Так, ну понятно. Тут решили просто помешать нам. Насколько это возможно. Так, стоим, втащим тут обязательно. Понятно, грязь ебаная. Так, ну в принципе меня устраивает такой раскладик. Ничего страшного. Абсолютно. Так, здесь блицуем.
Так как этот мне может помешать? Ладно. Блиц придется. Или это сначала. Так, теперь блиц, потому что если здесь не повалю, меня помарчится этот игрок. А он должен блицевать. Хотя... Клавса-то там не нужна. Раз не нужна... Так, давай-ка нахуй, швед. Без ебалы. Да давай-ка без ебалы. Без вот этих фокусов, блядь. И прочего ололо контента, бля. Так, либо просто вот сюда. Не, по-хорошему надо сюда. Или еще надо ГФЕ. Будет осесть здесь. И два тут, да? Не поможет один хуй. Эти подходят, здесь бьют. Так, а раз смысла нет, тогда нет смысла убиваться. Угу. Понятно, блин. Да, 5+, я видел недавно только. Позавчера, можно сказать. У нас вот такл-то не зря встал. Все потрачено. Блять, ну не мрут, сука. Вот тут... Хоть тресни. Не мрут и все, блять. Так. Чего у нас тут по интересным блокам? В подкат есть? Так, да? Ага. Вот так. Он уходит сюда. И уже как бы не в досягаемости, да? Делается.
А так 3 куба. Ладно, давай. Хорошо, ляо псяо. И это хороший вклад. Так, еще двоих, да? Там Рэсл. Естественно, такой не геролем. Нам оно не надо. Молодец. Так, нокаут, хорошо. Нокаут, это хорошо. Так, кишкадеров нету. Кишкадеров нет. Значит, монтёр откладывается, да? Да, давай-ка нах. Вот так вот. Гардов у меня, правда, нет ни хера. Как уж там шляпка, шпонки, бля. Так, шляпка. Шляпка и шпонки, да? Так, ладно. А если плюс ход, прям беда, да? Ладно. Как бы кишкадеров нет, а седьмой мув есть. Вот они бы еще бы не встали бы на следующий тайм. Вообще была бы сказка. Ну тут как бы не крути красненькие, да? Гард в центре. Контрасисты тоже не спасут. Если только вот блицевать отсюда. В один куб начинать ковырять. Ну давай.
по-моему, лучше надо было это делать вот через этого. Он хоть без блока и ответки с МБ не даст. Ну ладно. Так, азиатский муфлон, давай. Идеальная защита. Идеальная она. Идеальная защита. Идеальная она. Мы встаем вот так теперь. Так, и надо еще встать как? Так, ты здесь не нужен. Ты, соответственно, тоже. Значит, вот так. Прячемся. Вот здесь, правда, чейн-блок будет. Ну ладно. И фалить, наверное, возможно, будут. Нашего Архара. Он, правда... Коцанный чуток. И в пас даже не стал играть. Так, судья свистит. Надо было в пас, наверное, сыграть. А Гильному уйти, как бы. Ну, это ладно. Ну, это дожить надо, как бы. Ну уж тем более. Уж точно он теперь не меченосец с пятым мулом. Ну, рассматривался, типа как. Так, одна кишкодерная встала. Кишкодерность. Одна кишкодерная кишкодерность встала. Так, ладно. Естественно. Так, подождите. А, блядь, пинга-бонга. Не соображу никак. Так, допустим. Хуйня, да? Ладно. Хотя квикснэп может быть. Ладно, но у нас есть догоняющий. Вот здесь надо было поменяться, типа Рессл. Так, вот заменитель.
все-таки будут пытаться прорвать. Ладно, давайте. Пытайтесь. Хотя надо было вот эти вот так оставить, а этих в центр обоих, наверное. Не наверное, а точно. Так. Давай. Идеальная защита. Так, ну что? Так. Так. Нет, вот так. Ну давай ты еще. Ты сюда. Хотя стойка. Давай-ка вот так вот. А ну-ка, нахуй отсюда. Точно. Оба будете на стреме. Неужто центр будут штурмовать? А, блиц без блока, понял. Отлично. Повезло. Так уходит, а. Опа! Опа, что это у нас? А у нас? А у нас? Интересные у нас. Так, как мне... Ну, это понятное дело, что ты... Даже в контакт пойдешь. Так. Здесь я бью этого. И раз, два. Допустим, блиц, да? Ладно. Thank you.
Ладно, тобой не будем блицевать. Так. Так. Теперь из неприятного. Зря проследовал. Ну, в принципе, годится. Ладно, герол я не потратил. Бежим сюда. Как бы, пускай поднимает там 5 плюс или сколько, 6 плюс. Хотя этим, возможно, стоило сюда забежать, ну ладно, силовым. Могут тут, конечно, блицануть, на мяч толкнуть. Все-таки стоило действительно дать забежать, не подумал. Поторопился. Так, нормальный скатер. Я доволен. В принципе, столько же и осталось. Хотя Канна мог бы и поймать. Но не поймал, потому что дождя нет. Не поймал, потому что нет дождя. Так, молодой козлик Конгони. Так, прыжок не получился. Спасибо, все-таки поймали. Крыски, крыски помогли. Так.
Да куда он добегает? Далековато, да? Ладно, иначе будем выталкивать с ГФИ. Да, естественно. Так, ну по сути выбить-то мяч могут. Да. Да, бля, единичка. Вот тут я не подумал. Пофалить хотел еще. Ладно. Не страшно, в принципе. Неприятно, да? Так, пятерку нашли, да? Отличный блиц. Тут уже какие-то крысиные чары. Крысиные чары, да. Так. Бойка, так. Так, ну блиц, по-моему, будет из положения лежа все-таки. Ладно.
Так, нормально. Четыре плюс там могут, в принципе, придумать подбор. Доджит они, конечно. Здравствуйте, как говорится. Так, козлики хрустят. Не вовремя. Да. Подобрал, смотри-ка, бля. А вот это зря мяч подарил. Ты ж мне мяч подарил, братишка. Так. Ладно. Ладно, ладно. Так, вратарь будила. Раз, два, три, четыре. Так, можешь прийти сюда? Может. Хотя нахуй я тебя буду здесь накрывать, ты не добежишь. Вот здесь. Давай сюда. Так, кто там добегает? Ты добегаешь, да? Тогда ладно, переключаемся на тебя. Так, лежачие тела.
тоже, как говорится, создают такл-зоны. Нашел шестерочку. Отличного. Молодец, я бы сказал. Их ты, блядь, какой ты, смотри-ка мы. Какой прошаренный молодой человек. Так. Так, ты идешь сюда. Жновато, блять, да. Ну а что делать? Такие времена. Ну ладно, туда я. Так, тебя сюда. Тебя, соответственно, сюда. Тебя сюда. Тебя сюда. Тебя сюда. Ничего, ничего, как не торопывс, не торопывс. Да. Главное, три хода продержаться. Так, доджит просто как батя. Шестерочка, да. Шестерочка, шестерочка, шестерочка. Куда же без пробоя-то? Ну куда ж без него-то? Че, в красноту побежали? Ух ты, какая, блин, духота. Прыжок. Да, прыжок удачный. Убы не очень. Умирай. Блять, не умирает, сука.
Так, теперь что? Боевое построение? Да, боевое построение. Вот так вот. Так, что там, Рассел? Ладно, я рерольну. Так, ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Ты сюда. Ты сюда. Блиц из вот этой точки. Ой, в близ гольфом. Так, ну чё? Не знаю, зачем он это делает. Так, встаем. Хорошо. Так, ладно. Эх, не добежал, бля. Не добежал. ГГ, как говорится. Да, плотный у нас, конечно, дивизиончик получается. Как говорится, идем гуськом. Ну и матч потный был, если честно. Так, я рерольну. Хорошо.
лишние деньги. Добро не приводят. Так, а вот это лишнее. Канна, куда тебе MVP, блядь? Я понимаю, ты заслужил 27 пробоев. Давненько такого не было. Шесть нокаутов, 5 травм. Одна смерть. Так, 10, 21. Броня у нас 37. А, это не у нас. Хаос, считаю, хаос. Так, потеря 57. Так, у нас броня 61.